Знаешь ли ты, Джейн Эйр, куда попадают грешники? В ад! А что есть ад? Но где же ты? Не будешь сидеть, привяжем! Гиена огненная! Желаешь ли ты быть сброшенной туда и гореть вечно? Мечтаю уйти от жизни без любви? Вас считают доброй, а вы бессердечные. Вон! Девочки, я запрещаю вам поддерживать дружбу с Джейн Эйр. Она искала приют. И обрела дом, полный тайн. Поместье богатое, но житье здесь тоскливое. Мистер Рочестер всегда приезжает неожиданно. У вас весьма прямой взгляд, мисс Эйр. Как думаете, я красив? Нет, сэр. Вы меня боитесь? Я не боюсь. Этой весной. Я не спала и уверена в том, что видела. Значит, вы находились в полудреме. Вы меня завораживаете. Что же мне делать? Как бы ни сложилось, вы должны принадлежать мне. Вы мало знаете мужчин, старайтесь держать дистанцию. Новое необычное видение... Прибывает мисс Ингрэм, невеста мистера Рочестера. Нестареющие классики. Вы легко летите в потоке жизни, не подозревая об острых рифах, которые могут погубить вас. По-вашему, если я бедна, одинока, блекла и незначительна, то значит бездушна и бессердечна? Джейн! Джейн! Все кажется столько нереальным. И вы, сэр, подобны призраку. Джейн. Скоро на экранах.